В зоне так называемой АТО находятся военные инструкторы из США, Израиля и Грузии. Они обучают украинских бойцов батальона специального назначения. Большинство из них — сотрудники правоохранительных органов с боевым опытом. В программе обучения «Тактика штурма в городских условиях» иностранные учители отмечают, что они хорошо подготовили батальон и не сомневаются, что те справятся с поставленными перед ними задачами на линии соприкосновения в Донбассе. Тактика те же самые старые, обеспечение у нас те же самые старые, экипировка. Я сейчас смотрю, уже новейшая экипировка в украинской армии появилась. У вас уже появилось вооружение собственного производства. Вот это и начинается реформа. Мы тоже так начинали реформу армии. Я вижу прогресс, ребят. Мы старались максимально передать им свой опыт. Я знаю, как это важно сейчас в условиях конфликта на Украине.